Новый арт-объект разместился в центральной части городского сада, к слову, неподалеку от главного офиса Белагропромбанка области. Участие в открытии именной скамьи приняли сотрудники банка, представители ЖКХ, работники спецпредприятия, занимающиеся изготовлением лавочек. Дата проведения мероприятия была выбрана не случайно. На днях Белагропромбанк отмечает день рождения. Буквально через несколько дней будет годовщина дня образования Белагропромбанка. Как уже было сказано, Белагропромбанк – один из ведущих банков Республики Беларусь, несет значительный вклад в развитие экономики республики, и поэтому коллектив не остался в стороне, и вот это событие мы приурачиваем в том числе к дню образования банка. Сегодня городской сад – жемчужина областного центра. Скверы и аллеи зеленой площадки становятся местом притяжения гостей и жителей. Во многом благодаря тому, что сегодня здесь по-настоящему уютно и комфортно. Свой вклад в развитие рекреационной зоны внесли различные предприятия и организации города. И эта практика будет продолжена. Уже в начале этого пути главный архитектор города Николай Власюк говорил о том, что не только лавочки будут интересны областному центру. Традиция установки интересных арт-объектов будет развиваться. Участие жителей города, вот эта тема именные лавочки, да, она, в общем-то, достаточно популярная во всем мире. И у нас уже желающих больше, чем этих лавочек нужно, да, поэтому мы можем переключиться на другую городскую мебель. Мы можем, например, поставить при спуске с городского сада, например, качели для взрослых, которые будут интересны не только детям, но и вот всем, кто гуляет по набережной. Можно добавить, не знаю, там шезлонги могут появиться, ну, еще элементы инфраструктуры. Возвращаясь к теме Белагропромбанка, стоит сказать, что в следующем году сотрудники предприятия отметят юбилей – 30-летие со дня образования. И к этому важному мероприятию администрация филиала планирует подарить городу что-то новое и интересное.